Приветик, Саш. Ну, пока начинаем, все дела. Пока у меня тут грузится старый ламсовский бот, который наконец-то прогрузился. Посидим немножечко. Люди еще придут, возможно. Вася, привет. Да. Человек. Человек-люд. Человек-люд. Да, шалмочки. Что-то сегодня залипшая, пипец. Не знаю, не высыпаюсь. Чуть. Вроде нормально сплю. Относительно. Еще не прошло? Сегодня добьем. Мне тут вчера Андрей сказал, что осталось всего ничего, там несколько комнат. И я совсем чуть-чуть не дошла, так сказать. Поэтому сегодня будем добивать. И, скорее всего, после этого либо побегаем по фармам на ачивке, либо побегаем по фармам в Варике. Я пока не знаю. Там уже сориентируемся на месте, в зависимости от того, сколько времени пройдет с начала стрима. Все ачивки я буду закрывать, наверное, после прохождение после вне стримов. Главное, можно будет все закрыть прямо за один присест. Привет, котик. А еще скажу. Откроем. Так вот стоим. Достижения. Мои достижения. Смотрим. У меня там 5 скрытых достижений. Очень неудобно смотреть по глобальной статистике это все. Потому что не показывает в глобальной статистике то, что мне не пройти. Уже после прохождения, даже совсем не в курсе. А, тогда смотри. Я, наверное... Ой, сейчас знаете, что на машине? Давайте вебку на машню. А то что я тут сижу такая? Надо сходить попробовать взять книжки. Сейчас тогда на машню сцену, чтобы красиво было. Что ты сидишь? А что я тут сижу такая вообще? Да, вообще не говори. Сама в шоке. Как говорится, хоть отвлечетесь, да, на меня? Чуть-чуть. Так, я только это... ОБС-овскую камеру вырубаю. Хочу сцену заодно сделать. Давайте сцену сделаем красивую. Надо зарядку притащить еще. Опять классная, не на классная буду. Так, у меня... Так, ОБС у меня... Вебку увидел. Че?
Сказал телефон. О. Еще, наверное, так. Ага. Включить, блядь, включить. Еще блестючки в углу, которые не видно будет, если я сцену сделаю. Че? Друзья, всем привет!
Я, понимаете, чуваки, я с вами в базаре сижу, а мне микрофон выключен. В общем, сейчас схожу за очками и это скажу, что нужно. Сейчас. А не, очки здесь, все нормально. Да-да-да. Сейчас. О. В очках намного лучше. Вы бы знали. Так. Обещала, да? Обещала называется. Ну, пускай музяка еще играет моя. Чуть потише сделаю. Все равно сидим. Смотрите. Вот такая вот сцена. Хоба. Здесь у меня часть вебка. Там у меня окно. Захват экрана. Ядрить все равно покасиво. Давай. Еще давай. Вот. И чатик нужен еще наверх. А где чатик? Вот чатик. Надо вот так сделать. Вниз. Еще вниз. Во. А чатик куда мне поставить? Здесь постоит. Так вот, вот она я. Вот я без косметики. Стрёмная, страшная. Непонятная. Носопырка у меня еще здесь. Вот, что я хотела показать. Ачивки. Котик, смотри. Чуть-чуть микрофон это подвигаю. Ачивки. У меня остались, это все мои ачивки, которые я взяла. У меня остались тех, что открытые, получается 100% карта. Все предметы. Полный список демонов, полный список осколков. На квесты, нет, на квесты вряд ли ачивка есть. Вот на голду 500к зафармить. Я хз, как это делать, у меня соточка сейчас. На сиву крови. Это тот самый осколок, который сосет кровь. На 50 уровень, который немножечко еще осталось. 10 книг, как я понимаю, мне уже может быть доступно. Скорее всего, даже доступно, если я в библиотеку схожу. Потому что мне говорили система: сначала одну книгу можешь брать, потом три книги можешь брать, потом все можешь брать книги. Вот. И старьевщик. Я до сих пор алкогестом не разбивала. Или что там? Ну, это... Йоханнеса, когда там разобрать предмет, штука. Вот, и получается, если выбираю глобальную статистику, обычно можно смотреть, а тут нельзя смотреть. Я такая, чего? Ну, ачивки, получается, серыми видны. То есть единственное, что я могу глянуть, родинить вниз. Картограф, кровь. Закончится. Владыка это на все ачивки. Одна из скрытых получается. Еще 4. Наверняка сюжетная там 4. Но снялся. Он вдруг потом подскажет, если что. Ну хорошо. Разберусь тогда. Вот. И... Так, это у меня есть. Задание есть. Прочь трона. Это, по-моему, этот. Сюжетная. Техника, оружие. Ну, скорее всего, там просто нужно все до хрена собрать. И плюс сюжетные боссы непосредственно идут. На в учет этих ачивок скрытых, которые 4. Фиг его знает, может и нет. Не буду утверждать. Смотрим. Шелхавку не нужно фармить. Ты уверен? Смотри. Сообщество... Не-не-не. Так, библиотека. Заходим в Bloodstained. Заходим в руководство. Заходим в все. Хотя можно ачивмент, да. Гайд на русском языке полный есть. С плюсов, смотри. Так, лучшие прически. Не знаю, надо искать их или нет. Так, ладно, накопительные достижения. Это все яичные. Вот, кстати, это тоже указано, кстати, на 10 книг. Инфа. Крытая. 30 заданий, 50 уровень, 500 золотых. Не меньше 100 тысяч. Это я уже умудрилась, кстати, заработать. Только финал узнал, что хавку надо ради для усиления стат. Но я такая увидела просто, когда хавку скрафтила, или мне что-то выпало, не помню. Там в левом нижнем углу
была инфа как раз-таки на этот счет. И я такая, а это постоянно или не постоянно? Андрей такой сказал, постоянно. Я такая, хорошо. Мастер осколков, коллекционер. Вот, коллекционер, список предметов. Зелья, еда, ингредиенты, оружие, головные уборы, доспехи, украшения, шарфы. То есть это та самая статистика, когда ты заходишь в... статистику, в общем. Где вот эта вот табличка, ты переходишь в раздел, там табличка еще такая справа, в процентах. Вот. Это и есть. Так сказать. И, по-моему, самое геморное это как раз таки 500 тысяч заработать. Там, конечно, на кольца нужно. Мне вот интересно, можно с собой носить два кольца мошенника, например, или два кольца карманника? Надо будет потестить потом. При неготовке ингредиента, если я не буду, сейчас посмотрим. Мы в игру зайдем, посмотрим как раз таки. Так, другие достижения. Первый осколок, разрушаемая стена. На дэше, там несколько, дофига дэше нужно делать. Не знаю, я еле фармлю. Я вот как раз-таки напродавала на позапрошлом стриме осколков и прочего. Я хотела накопить чисто для себя каждого осколка по 9 штук. Но нет. Так, попрыгайте на неком стуле, это было. Техника оружия было. Кстати, по-моему, достижение, которое накопительное, вот это вот, сейчас. Ингредиенты, оружие, головной убор, доспехи, украшения, шаров. И сюда не входит, в это достижение, не входит спецудары. Оказывается. То есть, в принципе, ты можешь их выучить для себя и заполнить для себя, но, как понимаю, они не входят. Можно их не собирать, не качать. Но мне хочется. Так. Вот, за титры. За титры скрытая ачивка. Это когда ты проходишь игру и смотришь титры полностью, что мы обычно делаем без скипов. Так, и что там за боссов? Короче, дяди, это не автоматически становятся экипированными. Это как? То есть, например, у меня с собой... ну, у меня, получается, есть осколок карманника, который я специально вкачала на 9.9. То есть у меня, кроме того, что он подсвечивает стены, он еще протяжку делает автоматическую. Ну, это собирает... Боже мой, в общем, Аксио делает. Притягивает магнит, в общем, да. Вот этот вот АВЕ, оно непосредственно притягивает. Оно получается, если я его сниму, осколок, поставлю какой-нибудь другой, у меня он будет работать? Год тысяча. Сейчас потестим. Так. Это у нас есть. Джибель у нас тоже есть. Отдельный файтбот с Грэмори получается. Валифара мы убили. Ставки отменяются. Робис пол... костяной полуконь. Я, кстати, его не помню. Был он, не был он. Да. Так, так. Ладно, остальное мы дофармим. Сейчас тогда пойдем в игру. Сейчас я ее запущу. У меня, кстати, вот на этом экране она появится, поэтому сразу пойдем вот сюда. Я вебку включу тоже. Вот она. Вот. Мне нужно будет только перетащить игру на другой монитор. Кыдыщ. Кыдыщ. Все, нашла. Сейчас мы затестим.
Мне только нужно перетащить игру. Потому что она у меня постоянно вот на этом мониторе. Не на том мониторе, как говорится. Назад. Все. Так. Говорите, что можно эквипнуть осколок другой, и у меня будет работать 9-9. Чат барахлит, гляди за ним. Хорошо. Ща. Я тогда вот так сделаю. Нажми паузу и покажи осколки. Хорошо. В смысле, шкодник, ты побег? Мы тут тестим, между прочим. Смотри, смотри. Шкодник, не уходи. Осколочки. Кстати. Все. Осколочки. Вот у меня зоркость детектива получается. У меня 9 ранг. А, класс 2. Ну да, ну да. Не доспирала. Так, у меня получается... Я что-то 9-9 сделала. А, это желтые осколки. У меня голова цеп 9 большой. Сейчас посмотрю. У меня что-то было. Мясоруб. Не было? Как так-то? Ну ладно. Автоматом вот стоит. Значит, нет у меня. Окей. Значит, нету. А я ждала, надеялась и верила. Была уверена прям максимально. Соточка. Так, сразу разберем, если у нас что-то есть. Или я все напродавала? Я лишнее напродавала, короче. Дайте порох. 7. Все, ачивку взяли. Что, класс? Это усиление осколка, которое мы делаем. Это... Нет, это ранг. А класс — это количество осколков. Да, видишь, у меня получается 9 осколков на повышение урона от катаны. Но ранг 3 это то, что я апаю здесь. Через очкарика. Вот. Да, заходи почаще. Хорошо. Я ачивку сделаю. Не буду сохраняться. Вдруг мне порох еще понадобится в моих пороховницах. Ой, насколько сильно громко слышно Диму? И слышно ли меня дважды? По идее, нет, потому что там... В общем, меня почему-то показывает, что есть шкала звука от вебки. Но звука нет. Так, у нас есть, между прочим, миллионеровый ключ. Поэтому сюда сходим. Звукок, спасибо. Димы нет, пока что. Ну, хотя он Джаджмент играет, вряд ли он будет кричать. Сохранимся здесь. Потому что, по-моему, сейчас будет интересно. У нас выпал ключик. Вот от этой двери. И тут комната миллионера. Воу-воу-воу. Да ёба. Так, ждем.
Ой. Я хочу поменять осколок. На поток воды. Ах ты, писа. Во-во-во. Тихо. Да в смысле меня задамажило? Найс. Ой. Продамажилась лицом. Так. У нас тут не съеден рамен. Давай еще рыбку съедим. И тортик, да. И, наверное, эфир. Большой-большой прыжок. Хорош. Так. Изи-пизи. Изяло вообще, изяло. Даже не вспотело. Так, а с него не падает осколок, получается? Надо помнить на полочке выбить. Но у нас нету на полочке. А тебя хрен, наверное, возьмешь на полочку-то. Архивы. Вот, я про вот это вот меню говорила. В архивах заходишь, и там просто полная стата касательно того, что ты собрал. И там мне написано демоны 93.7, осколки 80%. Ну, просто не видно сейчас. Задание 58-62. И техники они не входят. И, походу, задания тоже не входят. Но задание нужно выполнить. Почему? Потому что за задание дают... по-любому, айтемы, которые нужны для общей статистики. Вот, что я хочу? Я хочу зайти в демонов. Кого мы сейчас убили? Погибель богачей? А тут осколок какой-то есть, между прочим. Прикиньте, с него нужно будет бить осколок. Давай. Не сюда. Кстати, 97.4 открыто. Но сейчас мы бить не будем. Мы будем бить потом. Если быстро игру добьем, вот тогда будем бить. Но мы выполнили квестик, между прочим. Женщина, которая говорит, ты кры! Сразу сдадим. Потому что я не помню, что там за награды. А, хотелось бы посмотреть. О, кстати, про 5000 голды. Эту сумму нужно нафармить единовременно. То есть у тебя должно быть в инвентаре 5000. Жюстея. Отомщена. Ревенант еще где-то. Но, скорее всего, это за второй дверью. Чувак. Золотое кольцо силы. Что делает? Что делает? Атаку и удачу увеличивает. Сколько золота вы скопили? Кстати, не знаю, насколько целесообразно критическое кольцо. Давай попробуем с кольцом силы побегать.
Там еще и удача лапает он. Это прям прикольно. 3к FPS они стоят. Ну вот. Та-ра-та-та-та-та. Я бы так бы и там выбила, если бы у нас было. Кстати, на всякий случай, с учетом текущей ситуации, я, в принципе, как и многие, сделала себе канал на Трово. Поэтому, если что, если кто-то там сидит, можно туда заранее зафоловиться. Тоже на всякий случай. Там и вот там. Сюда. Ой, там очень странно показало, как будто, знаете, там просто переходка между локациями. И ощущение, что там карта не открыта была. Сейчас покажу. Вот тут, когда мы телепортировались. У нас есть проход влево, проход вниз. Конечно, мы пойдем сначала влево. Нет, мы не пойдем сначала влево. Там дверь открылась какая-то странная. Сначала сюда пойдем. Максимум маны. Кристальная броня. А ну сюда. Я. Сопротивление тьме. Что-то такое себе в целом. О, а что такое? Так, а у нас тут... Классная комната, погоди. Я хочу засейвиться после того, как взяла. Так, давай здесь сохранимся. Так, тут ближе всего сейв просто. Ты просто спустился по лестнице и сейв. Ну и быстрее всего бегать. А, ну да, бегать. Кстати, а бегать? Не то? Не то? РБ. Сюда. Вот, там опять показалось, кстати, что пустое место. Кстати, если кто-то не в курсе... Если кто-то не в курсе... Отойди. Я ему вообще продамажила? У меня... Имбатл. А смысл вообще от этой комнаты тогда? Наверное, нужно будет возвращаться, и там что-то будет, да? Ах ты, козёль. Няу. Вот так убила. Но маны, конечно, тратится на него пипетом. Уточка, привет. Как твои дела? Мы опять, в отличие от всего остального мира, играем в сиськи. О, тут как раз, кстати, кресло сидит. Норм, это хорошо. Мы карту почти открыли. Здрасте. У нас 97,8. А что внизу? Так, если кто-то не в курсе. Так вот. Все потихонечку приходят на Трово, на всякий случай. Я тоже там для постраховки канал создала. Можно его найти по команде. Кстати, не знаю, ТР. Как паровозик, но только команда. Ты тут говно и пуляешься. Я застряла. И просто застряла.
козель. Все, сделала. Порнхаб? Не-е-е. Тыр. Английскими. Без игр. Ретро. Уа! Что делаешь-то? Даже перед тобой на коленках сижу. Ах ты, козель. Череп отродья. О-о-о-о. Вот, пока что рестрим тогда не делаю, потому что мы игру заканчиваем. Что? Пушка, которая... Пускает обезьяны? Два процента. Классно. Вы простите. Прям в ухо покашлю. Ледышку кинул. Так, у нас тут два прохода. И четыре прохода. Надо сначала вправо чекнуть. Нет. Ах ты. Лево. Нет. Да ёп. Сёль-то. Сюда. Нет. Давай пушку убьем. Ключ ратного коня. Вот. Пойдем сходим. Так, окей. Дарта, пора. Бей его. Ёп. Уж бы просто била дальше его. О-о-о-о-о-о. Так. Странный переход очка. Здесь сохранимся. Захилимся. Сходим на коня. Полтора процента осталось. ВК можно стримить? Так у меня идет стрим. В группу ВК. Вот сюда. У меня там и записи стримов есть. Ну, причем некоторых стримов, которых на Ютубе нет. Поехали. А, при бане. Ну вот. Но... Я альтернативы делаю. Так сказать. Комната ратного коня. А ну сюда. Все, когда. Так, слова мудрости, да? Ах ты, козель. Ты-ры-ты-ты, ты-ры-ты-ты, ты-ры-ты.
О, кстати, что-то уронил. Оба! Ах ты, козёль. Угу. 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 Ах ты, козёль. Вперед прыгнул. Ах ты. Да-да-да. Ах. А! Давай, 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 давай. Причем зомби. Зомби-мод какой-то у него. Ай. Да ёпта. Ура. А ХП есть? Да ёпта. А вот теперь нету. А именно Берумандо. Именно. Дай хилочки, что ли, поюзаем, наконец. Козёль, а? На всякий я еще рыбку поем. Ебой! О, осколок сразу выпал. Кайф. Очищающий крест, бросьте брызгнул крещащий клинок. Он возвращается как бумеранг. Ее. Я могу делать тыры-ты-ты, ты-тры-ты-ты, 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 ты-тры-ты-ты. Так. А как он его звать-то здесь? Шатный поезд, блин. Так. А, ревенант. Надо заскринить и отправить ревенанта. 100% что ли? А нет, 12%. Да-да-да. Натыкано. Он еще покакал черепом, кстати говоря. Пара-па-па. А я не сменила зоркость. Я не сменила зоркость на слова мудрости, а я сейчас такая сидела и думала, что-то у меня мана быстро заканчивается. А ты гдыкали? Сейчас квестики как сдадим? Некоторые. Папа.
Так. Хорошая работа. Давай. Красный берил, допустим. Лизию бандита. Все. Мы закрыли часть квестов. Прикиньте, прям целую серию. Пара-па-па-па-пам. Я тогда блинчика до сих пор не скрафтили. А нам нужно молоко зверя, которого у нас нет. Киса-киса. Тим. Кайся. Кайся. Ура! То есть у меня настолько мало тратится маны во время пробежки, что изи можно фармить факелы. И там не мана будет, а деньги. Клёво. Так, ты там сиди. Офигеть! ЛЕшка от него лютая. Так, куда пойдем? Давай пойдем вправо. Нет, ледышку не надо. Сломали наконец-то. Так, давай здесь пройдем. Нету. А, ну да, ну да. А, ну да. А, ну да. Ну да, ну да. Фрагарх. Так, еще здесь сундук. Хрусталь кашемир. Кашемир на броню получается. До свидания. О, глаз. Глазик. Вонючий. Здесь. Мне кажется, я иду куда надо. Да? Я иду к боссу? Отродясь, я его не видала здесь. Значит, надо сюда сходить. Там по-любому кругаля сделать можно будет. Сейчас мы проверим, конечно. Да? Босс? Йоп. Так, максимум маны. Мана-мана, ту-ту-ту-ру-ту. Мана-мана, ту-ту-ру-ту. Хрусталь. Сколько? 19,9,2. Сейчас бегаем, карту откроем. Блин, давай. Оба. Давайте вы мне кристалл. Ух ты. Кайф. А нет, это новый какой-то. Разовив все репута. Трой живущий под землей. Прикольно.
In battle. Страшно было? Так, мне тут нужно во второй проход. Не-не-не-не-не. Чё кричать-то? 48 уровень. А, не понял, погоди. Это получается, я вот так вот пройду, хоба, сюда или что? Там стенка просто. Еще покажу. Вот. Это мне про вилку-то говорили, да? Которая это вжухает сквозь стены. О! Красиво это было. Еще бы об глазик не раздамаживалось. А варп далеко-далеко. Хотя у меня камень есть. Го босса тратить. Ты кого там бьешь, алё? Хотя давай поменяем осколки. Зоркости на слово мудрости, отражающий луч на поток воды. Поток воды имбалансное говно вообще здесь. Да, заспойлерили, писки. Ай-яй-яй, Андрей, ай-яй-яй. Андрей сейчас такой придет. Ну а чё я-то? Я ничего не говорил. Вот ты попалась. Нихон джакузю. Хоба. Техника. Андрей активировался. Я просто не помню, кто именно мне сказал про обилку, которая сквозь стену дает проход. Но я вспомнила тебя. А потом, когда сказала, вспомнила, что ты по-любому затригеришься. Ты сидишь такой люркер и затригеришься после этого. Феонор, пиписька. Жалкий человек, это была твоя последняя ошибка. Нет, Зангетсу! Стой! Slow motion. Удачи, Мириам. Клинок у тебя это так. Ну, не опасно для меня, пока не в руках воина сжигаемого месте. Ошибаешься, демон. Ну, гнев Зангетсу слились в эти. Соуход. Ты использовал джибеля и теперь заплачу за это. А ты забавная девка. Времени мало, но мне нужен твой кристалл, так что ты не оставила мне выбора. Твой жалкий план кончится здесь. Я призову Бала, царя царей, и тогда ты поймешь, где твое место. Да? Соси. О, кстати. Так, наверное. Огнеспособности. Сила атаки, дешевая, простая, ржавая. Призма. Йоп. А чё, вторая фаза?
Коза. Так, между прочим, нужно мне ману попить. Ёпта! Да ты чё? А почему я не могу прыгать-то? Я вообще не могла прыгать. Ой. Маны нету. Ну, закончилось. Ёп. Забухала ее. Забухана. Просто забухана, залита алкашкой. Пересесть на небольшое расстояние в обратном направлении. О! Сейчас знаете, что пойдем делать? Правильно, спасать одну жопу. И это не Зангетсу. Зангетсу, прости, но мы тебя сейчас не пойдем спасать. У нас тут есть один дурачок. И чё я хилилась? Отпивалась, не знаю, как не знаю кто. Отпивалась, не знаю, как не знаю кто. Все так, как я сказала. Так, слушай, брат, давай мы с тобой поговорим. И... покрафтим. Эфира нету. Эх. Золото можно крафтить. Ядрить мы алхимики. А чё у меня нету? Зигера у меня было. День гнева. Ух ты, ё-моё. Его у меня точно нету. То есть Шадар я крафтила. Лэнгри я крафтила, по-моему. Один. Ну, конечно, большой меч, но тем не менее. Хотя Лэнгри, может, не крафтила. Лен-я-ню. О, Нифльхейм есть. Так, тут у меня ничего не крафтится. Платье для коронации, ё-марсете. Здрасте. Пара-па-па-па-пам. Та-та. Ты-ры-ты-ты-ты-ты. Кашемир называется. Та-ра-та-ра-та-ра-та. Манто. Из перьев. Арба такая легкая, что как бы вас ветром несло. Может, в ней прыгать можно высоко? Даже обычным прыжком. А у меня немного осталось, кстати, брони, которые скрафтить можно. Так, по кольцам. Кольцо единорога. Есть у меня, оказывается. А, да, усилие восстановления. Грома есть?
По-моему, нету. На всякий случай я его скрафтила. Вот это я понимаю. Вот это я зашла, отлично. Сейчас в кролика у нас остался на крафт, да? Добавка золота, но золота нету. Вот это я сейчас оделась. Погоди. Это из-за шарфа у меня глаза блестящие? Или я залагала? Так, я вернула кольцо мошенника. Что-то не так. Куда реально из-за шарфа? Потому что я поменяла шарф и одежку, а визуально что-то дает только шарф. Здесь, да? Лучше отсюда идти. Теперь мне не должны жопу там отрывать на самом деле. Там должно быть нормально все. Библиотека. Библиотека, да? Где? Я забыла, где? Вот здесь. Вот тут. Я уже забыла, где библиотека-то находится. Вживую давно не ходила. Я даже не знаю, где здесь библиотеки. Что смысл мне в библиотеках, если у меня есть свои книги? Логично. Логично. Я нашла кое-что новое для тебя почитать. Не, все равно три. Чеш филиантом удали попутно ветра мастерства. Ага. Обычная атака. Скорость движения. Рост мастерства. Ясно, понятно. Остальное было все так же вроде. Нет? А что если к нему за жопу зайти? Зря что ли там дыра? Вот тут. Нельзя. А я не могу тут этот ходить с таким прыжком. So cute. Дай книги. Ачивку дали. Ой, сундуки дали. Очки с носом. Макароны с сыром. Может, ты забудешь, что я книги брала? Нет, но это было забавно. Очки с носом. А что если их надеть? Может, он меня не узнает? Не.
Лёна Каправи с носом. Го. О, придумала? Нет. А если я выйду, может, они заметят? Нет. Ща, погоди. Погоди, ща. Нет. А что, еще обновление планируется? Прикольно. Так, да ёп. Да блин. Не, вряд ли. Ну ладно, попробовали. А где алерт? О, Булк, привет. Стримас опять сломался. А ты вака-ваку делал? Да, ну вот, все, я сделала. Ты дома? Ты болеешь? Почему ты дома? Танкоцу рамен, Дима спрашивает, с чем? Я могу сказать, что со свининой танкоцу. Вот, он сам понял. Блин. Стоматолога был? А-а-а. Юбки лечил. 18к ядры. Ты чё, у тебя там это было, что ли? Это... как называется? Пародонтит, точно. Но он обычно дорого лечится, да. Так, нет, раность. Нужно идти вот сюда. Соседний пульпит. А, во, да-да-да. Ну, ты 18 отдал не за один же заход. Там по-любому месяц где-то ходил. А счет ваншотович пришел. Нямбан. О-о. Полгода ходить. Ой. Почему платье Валькирии стоит выше, чем платье для коронации? Хотя платье для коронации лучше. Заехать лечит паратонтит. Вот. А, ну вот. 6 бластендов на бойку, да. Ну давай, ладно, здесь пройдем. Нет, не пройдем. Пошел отсюда. Кровь монстра. О, это, наверное, можно опять апнуть эту сосалку. Рава Бураль. Эту бы штуку апнуть, кстати. Слушайте, предметы хорошо стали падать. Так, там женщина такая лёта, мне трудно открыть себе полностью рот, дать несколько романтики на челюсть. А. Есть такое дело. Это Жиза. А. Та-т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 а
Надо как-нибудь бомбу ставить. Тут надо будет смотреть, конечно. Куда ходил? Такую клинику. Платную? Ну, это логично. В какую? Именно. Чё, наша любимая локация, да, чуваки? Сейчас скинешь. Хорошо. Ох! 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 Лепацан! Бенджамин, серьезно? Мириам, я не виноват, клянусь. Надеюсь, ты готов жить вечно. Тебе до нее уехать на любом автобусе почти? То есть она недалеко, относительно недалеко от меня, что ли? Да брось, что ты хочешь сказать? Никогда не отвлекалась. Я на долю секунды подумал о загадочной стране Ниппона, которую я когда-то слышал, и... Прощай, Бенджамин. Стой, 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 не оставляй меня здесь. Если найду тебя еще в каком-нибудь старом месте, пну по голове. Ладно, ладно, ты мне поможешь, пожалуйста, да? Скажи да. Тебе повезло. Да, на этот раз я сидела правильно. Да уж, на этот раз лучше бы тебе собраться. Я знаю, что тебе не все равно. Ты оттись отсюда. Качусь, качусь, обнимаю, люблю. Оставайся с собой. Серьезность, надеюсь, скоро больше не увидимся. Серьезность? Раз невероятно, надо проверить, вернулся ли он в деревню. Десяточка. Где-то еще сундук был. Аму! О, спасибо, пришло. Я тут уведомление на телефон получу. Услышала. Пошел сюда. Шарф-талисман. Че делаешь, шарф-талисман? Оно делает тело. Карте, видишь, где она? Хорошо. Спасибо. Мой шарф сейчас прекрасен. Что-то тут сундук какой-то показывала. Давай карманника. Ноги на коронец своего дела это себя. А, нормально. Клиника, в которую я ходила, они делали, получается, МРТ у себя. Хатун на дзюцу. Сасуке! Вернись к Каноху! О. А, ну да, КТ. Не МРТ. А, все поняла. Хатун на дзюцу. По-моему, еще вот здесь есть что-то. Нет, не здесь. Вот здесь. Мимик. Ловушник. Ловушник. На завод или в клинику стоматологическую? Прозвучало просто очень двояко. Дяни Шиноби. А, ну хорошо. Так, здесь мы все посмотрели. Станичная ситуация, да, станичная ситуация, самый тон завод эти. О, булка, 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 булка. Помнишь, я академию, да, проходила?
10-го выхожу. Наконец-то позвали. Так. Одной прически не хватает. Да. Работа по специальности. А не просто работа. Работа по специальности. Я ходила к ним на собес 5 недель назад. И вот позавчера они как раз таки мне дали ответ. О, здорово, братан. Мира, смотри, как ты дома. Здорово, да? Спасибо небесам за это чудо. Знаю, знаю, извини, знаешь, за все. Вот, возьми. Кольцо невзгод. Что такое? Маленькая семейная реликвия. Тебе она пригодится больше, чем мне. Все, Бенджамин. Очень мило с твоей стороны. Он мне подарил колечко. Хоть где-то мне подарили колечко. Лишнее сказала, да? Так, увеличивается ваша сила при изменении статусов. О, прикольно, кстати. То есть, если на меня какой-то статус накладывается, то я становлюсь сильно независимой. Так. Йоси. Не, не услышала. Так, самурай прислал записку, что там сказано? И в большом саду еще безумную луну. Луну. В чем соль? В чем соль? В чем соль? Андрей! Андрей, мне дали подсказку! 2 стрима искала эту ссанную луну, чтобы пойти по сюжету. 2 стрима. Вчера я эту ссанную луну нашла. Прошла. Вот сейчас вот несколько боссов убила, да, понимаете? И мне сейчас дают подсказку на нее. Зачем? Я не знаю. Я реально, я не знаю просто. Я в чем прикол, не знаю. Так, вот куда мне надо идти. Вы что-то из этого понимаете? Я ничего, но звучит страшновато. Самое время пополнить припасы. Охренеть можно. Я та. Молоко обычное есть. А мне нужно необычное молоко. Не, нахрен. Корона творения при должных навыках позволяет попасть в далекое королевство. В смысле? При каких? Прям как на карте. Да. Прям как на карте значок. Сраный. Во-во-во, мать. Вот-вот-вот, понимаешь? Я вот тоже бегала 2 стрима целых. Оббегала карту 2 раза. Шука платье у меня было. Тут, по-моему, уже крафченное показывают только, да. И кольца тоже только крафченное. Хотя ожерелья у нас не было. Шарф на заказ. А еду можно?
Хотя в хилках должно быть, да. Макароны с сыром. Четыре пирога возьмем. Сейчас посмотрим. Пара-па-па-па-пам. Нет молока. Чё, говорю, усилить хотела? Алхимическая добыча. Это при алхимии. Просто капитан очевидность, да? Скорость движения под водой. А, слеза. Дольше неуязвимость при переносе. Жжащий луч. Ускоритель, во. А, одно перо только. Бег усиливается, скорость бега. Я как раз таки и хотела. Не, скорость. Я случайно. Доминику надо остановить. Еще пойдем. О, у мой нос. В смысле? Вот. Ядрить у меня масло из сычужного фермента. Погоди. Красная фасоль нужна. Где-то летающая говядина. Нет у меня. Соленая дворкитайская лапша. Нет. Рамен сой. Соевый отвар нет. Мисо рамен нет. Мисо отвар. Тайская лапша нужно посмотреть. Перец нужно где-то найти. Стейка нет. Да хрена вообще на рецепты нужно стейк. Это пипетом. И черного перца. А вот гляну, где он добывается. Эфорнеос. В принципе, я знаю, где фармить его. Яблоки тоже еще непонятно где. Яйцо нет, потому что нам нужно яйцо для теста для блинчиков. Яблоко, морока, яблоко. Молоко зверя. Вот, для китайской мыши нужно немного, но нам нужен соленый отвар, соевый отвар. Которого нет. Вот для блинчиков нужно драконье яйцо. А по-хорошему два. Не торопись. Хе-хе, не торопись. Ага. Араб. Че скажешь? Скажи, Мирям, ща покажу. Ща как покажу. Пу-пу-пу-пу-пу. Вот сюда. Пурум. Пуру-пу-пу-пу-пу. Пурум. Ты-ры-ты-ты-ты-ты. Чуть не забыла. Нам же сначала нужно пройти через врагов.
Ёп. О, 85 дамажит. С этой броней. Так, спускаемся. Еще спускаемся. Еще спускаемся. Ой, восхитительно. Как и сысочки. 99,4%. Опа! А, тут прям так, что ли? Ну, давай. О, может, тут что-то есть? Нету. Меня же сейчас будут батить в каждой дырочке. Вы чё? Но благодаря этому быстрее передвигаешься, чем вот лазертагом. Оба! Емкость вверх. Ага. Еще? Топ процентов карты, да? Ласт босс, да? Доминика. Кажется, что там Доминика. Она женщина-кристалл. Да, я писала приветики. Даже Грэмори меня подвела. Альфред боялся того... А Руфреду боялся того, что это может надреться осколками. Но не я. О, как она... О, как она! Видите ее телодвижение вот слева внизу? Ух, ущ, 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 ущ бедрами. Ущ, ущ. И физика сисечек такая. Ух, ух, ух. Нравится. Гляни на себя. Тебе это было нужно, Кристалл? Тебе это было нужно, Кристалл? Ты предала нас, Доминика. О, не оставляй меня неблагодарной. Спасибо вам с Йоханнесом, что передали мне знания алхимиков и научили управлять осколками. Осколками, которые вы, кстати, отдали мне по собственной воле. Ваша жертва стала моей силой. Почему ты все это делаешь? Потому что демоны появились вновь. А бог снова молчит, пока его слуг бежал с надвое от одного с другим. Было бы, кстати, прикольно, если бы ее ХП и сила зависели от того, сколько мы осколков ей продали. Это была бы прикольная штука, но, не знаю, вряд ли бы это сделали. 99,99. Я спросила себя, а что если бога нет? Что если Господь наш, перед которым мы присмыкаемся, это обман, и наша вера черпает силу в других безымянных и невыразимых вещах? Да, мылая руки. Пускай я в нее в одиночестве. Я решила обрести высшую силу. Силу убивать богов. Ты понимаешь, сколько людей из-за этого погибло? Не сужили смерти, вы были слабы. Еще больше умрет, пока не получу то, что хочу. Всего этого хаоса тебе не хватает? Если последняя призыва была довольна, не пришлось бы тащить сюда. Ты хочешь призвать демона посильнее? А кристалла Джибеля для этого не хватило бы. Так что тебе нужен мой. Ты умница. Я это в тебе ценю, но твой кристалл был слишком чистый. Поэтому сделала так, чтобы ты получила осколки и привыкла к демонической силе. А затем Гримера починила бы тебя после изматывающего боя с Джибелем. Если бы Зангитс не предал меня. Поступить правильно не значит предать. Знаешь что? Не ожидала, что меня вот так загонят в угол. Придется сразу сходить с козырного туза. Ультимейт. Жух. Книжка. Использую кристалл и Либерал Гайд и призывала сильнейшего из демонов. Ты понимаешь, что с тобой будет? А ты? Ты точно нет, а я тебе скажу. Джибель не просто так выжил 10 лет назад. А он-то здесь при чем? Все дело в его крови. Он экзорцист, как и я. Наша кровь подавляет распространение кристалла. Это и спасло ему жизнь. Архимон, привет! Ты красивенький, да-да-да. Красивенький котик напротив твоего никнейма. Я теперь перешла его и управляю кристаллом с помощью енохианского языка. Не могу призывать сколь угодно сильного демона, даже если не получится удержать его навсегда. Но призыв, видимо, не быстрый, но и призыв, как я вижу, не завершен. Но может, спешишь меня остановить? Думаю, да. Ты не понимаешь, что такое сила. Ты обращаешься к ней топорно, надменно. Теперь заплачешь за это. Оба-хоба! 99,9. Погоди. Оба! Оскол-очек. Слава мудрости. Хорошо.
Кстати, у меня были эквивалентные слова мудрости, но вокруг меня был детектив. Значит, достаточно ранг только набрать, а не класс. Я только сейчас заметила. Крутяк. Я красавица. Ага. Сдвиг измерения на поток воды. Кольцо из черепов. Мы надели и масочку. Не знаю, кстати. Шляпа путника. Нет, нет. Демонолога. Картограф. Изява. Ядри... Чё такая жёсткая-то, а? А, я не дамажу? Нет, дамажу. Ёб твою мать. Помыла и сиси. Так, сверху не стоит. Она делает жук-жук. Ой-ой-ой. Ох ты, ё-моё! Слушайте, это эффективнее. Да ты заедрил меня так делать? Ух ты! Так, вторая фаза. Я что-то, кстати, это залутала. Здрасте. Атака титанов пошла, да? О-о-о! Ой-ой-ой. Зря я так сделала. Так, только по голове титана, получается, можем бить.
Или просто по головам. Походу просто по головам. Ой-ой-ой, пузыри! Ненавижу пузыри! Фотонрин? Да-да-да, прошел. О! А, это киса. Ё-моё. Да что такое-то? Косяк. А, так, получается... Да я же уходила. За 43 часа в сумме. Но он не убил всех носителей осколка. Осколков. То есть он убил трех боссов, которые держат осколки из шести. Ох ты, ёпта. Да можно мне прыгнуть? Я, наверное, похилюсь. Ого! Рыгу пустил. Что-то я очень много потратила. Ё-моё. Хорош. Самбо. Тут нужно прямо дефа. Воу! Ох ты, ё-моё.
Game over. Эх. Так, хорошо. Во-первых, я в начале файта с ней очень много потратила всего. Могла сохранить для второй фазы. Че, еще раз потраем? На силу атаки. Да, все-таки так попробуем. Хотя нет. Коза. Ух ты! Вот коза. Вот коза. Коза. Да что такое-то? Спасибо. Во. Дождалась, как говорится. О! Давай огонь! Да не такой огонь! Как не попала-то? Да твою маму. Что-то она жесткая. Да, бляха-муха. Как ты меня бесишь.
Как же я потратила там много всего. У меня рыцарь будет атаковать ее или нет? Спасибо. Такое бывает, что ли? Да бляха-муха, я забываю постоянно, что есть вот эта вот атака, которую нужно пригибаться. Я же атаковала ее. Интересно. Ой, нравится. Ой, нравится атака. Ой, классная. От нее ее вообще не задожить получается. Еще как психану, еще как это, как ТП сделаю, за, хилок закуплю и все. Вытончено будет. Так, давай сразу осколки поменяем, чтобы мне не нужно было геморроиться на этот счет. И... для дальних путешествий интеллект снижает. Демонолог, по-моему, да, мне нужен был? И кольцо поменять на жерелье. Ко мне долго эта фаза? Постоянно скипать ее нужно. Хорош. Угу. Пися. Да ё-моё. Коза! Я же отходила. Ё-моё. Допустите! Меня просто не выпустило. Нормально, нет? Ёпта. Да я же... Эх, нравится пипец, нравится пипец. Работает. Почему сейчас вообще переместилась? Я же далеко была в первый раз. Oh!
Задефай! Да бляха-муха. Кстати, надо будет похилиться. Время какой-нибудь атаки. Ну-ка. Хорош. Работает, твою мать! Она вообще не дожится, что ли? Пришла. То задевает, то не задевает. Не понимаю. Ёб твою мать! Дабл джамп! В шоке просто. Все, у меня нет хп. Так. Атака, да, теперь? Атака. Путника. Шар составляю. Осколок на катану. Да бесишь ты меня? Что за самонаводка-то ядрическая?
Задушила. Ой, задушила. Прочь с трона, пошла в жопу. Вот. Жижи? Ой, Йоханнес подходит такой. Не спеша такой. А что произошло? Я счет пропустил. Доминика, она могла бы сделать так много добра, но... Я знаю. Подожди, Ли предлагает. Книга, с которой все началось. Что ты с ней сделаешь? Сожги ее. То, что пытался сделать учитель. Перед смертью он начертал янхианские письмена на структурных элементах замка. Теперь я с помощью книги приду ритуал здесь, в самом сердце замка. Ритуал активирует янхианские письмена и отправит замок демонов, замок и демонов обратно в ад. Так вот, что ты пытался сделать, Альфред? Аруфуредо. Надо начинать. Отойди, Мириам. То есть мы оба перенесемся, да? А потом будем жить долго и счастливо до конца дней своих, да? Детей иметь в этом замке в мире демонов, да? Правильно понимаю? А, Камехамеха. В общем, он пустил Камехамеху. И мы видим концов очку. Ты-ты-ты, надо бы сделать пару бутиков. Ты-ты-ты, что-то кушенькать, я что-то хочу. Пу-п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 у. А, то есть он активировал ритуал, и мы успели свалить оттуда, окей. Отказ, стой, типа, ну как тебе? Все кончено. Да, ты все исправила. Но какой ценой, Джибель? Аруфредо, Сангетсу. Джибель была причем. Ты ничего не могла бы с этим поделать. Идем ты на кухню. Чайник поставишь? Спасибо. Учителя Сангетсу сделали выбор сами. Они с гордостью и чистым сердцем сражались за то, что вы что верили. Но стоит не горевать и восхвалять их. Верно. А в этом мире еще остались демоны. Горевать будем потом, когда прикончу их всех до единого. Кстати, учитель увидел, как я придумал замедлить процесс превращения и предложил пару улучшений. Думаю, я смогу навсегда остановить рост кристалла. Правда? Обещать не буду, но похоже на то. Вроде бы. Спасибо, Йоханнес. Я сделаю все, чтобы тебя не подвести. А пока пойдем домой. Ладно, домой-то куда? Домой-то куда? Где мой дом? К нему домой, наверное. Не, к нему я не хочу. Можно Зангетсу вернуть, близки? Ой, исчез. Исчезла кота. Зангетсу живой. Зангетсу живой, просто... Мы это... Все равно оставили кота. Тень была. Ну вот. Аруфуреду. Озвучен был Атаитен Кусуноски. О, Орлок Дракула. Лол. Сейчас титры скипнет, все по новой. Не-не-не, я специально геймпад отложила вообще от себя вот туда, куда-то под стол. А там сисечки нам показали. Карри, the kid. Вот ты писька. Я сижу, я просто второй трай был с боссом, ластецким. Я сижу, мне живот урчит, есть хочу. О, хоба, делает Перри. Перри, Перри, утка. А тут вообще можно через Перри сражаться? То есть вот эти вот спецудары, конечно, прикольно, но я их ни разу не применяла за все файты. О, Кьюа и Кьюа, когда-нибудь я вот в подобных титрах могу оказаться. Угу. Вот на этих позициях. Угу. Чем мне нравится вебка и ракурсы, это тем, что у меня лицо на ней худое. Вот так вот даже посмотреть, если поближе увидеть, вот тут какие-то скулы даже видны, вот тут вот. Прямо вот такой, знаете, как будто я ела 500 тысяч лет. На самом деле у меня такие щеки.
когда там такие щеки. То есть, если я голову подниму вот так вот. Всё. Срочно прикрыть щеки волосами. Нет. Пусть все смотрит. Знаете, что я боюсь? Что если я альтабнусь, я случайно скипну титры. А я бы сейчас сходила это... Чайоси, кофеёси, бутики. Ты потом сделай чай. Просто чай. Без бутиков. Без бутиков. Хорошо. Буду хавать бутики за двоих. Так, а это у нас какой-то блестючий босс, который нам, по-моему, дабл джамп дал, если я правильно помню. Прям, 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 прям. Так, у нас тут кто идет? Technical Artist, Animation Director, он за ним аниматоры пошли. А команда довольно большая, работала над этим. А ведь не скажешь, да? Простите. О, QA пошли. Двое. Все. О, прикольная фамилия у чувака То. О, Феонор проснулся. Да, жижи. Армандо Сото, четвертый. А, арт-аутсорс директор Армандо Сото просто. Ключи был? В какие ключики ходишь? Ты в тазовеш еще не ходил в ключик? Раз не закрыли в тайм, они еще перебачили со сложности. Да, просто еще ж не оделись. Мне кажется, для новых ключиков. Ну, хотя там аффикс этот новый еще. Можешь ставку делать на него дополнительно. Дымит не хотел. Ой-ой-ой. Ты же правильно понимаешь, что по новому аффиксу нужно убивать мобов в определенном порядке? Я что-то краем уха слышала на этот счет, но сегодня не смотрела ключики. Три сферы? Одного босса точно пропустила? О, ща пойдем бить. Мне кажется, нужно вернуться просто будет. В той пустой комнате. Да. А, может, корону нужно надеть и в ту комнату найти, пойти. Давай сходим сейчас. Мы же все равно, ну, после того, как я... Вот туда схожу. Выбираешь определенную сферу, лицо это определенного с определенным бафом, получается их три. И нужно убить... И типа один баф заменяет другой, да, получается? И нужно, чтобы определенный баф на вас остался. Нет? Как? Или просто их убить? А там бафы или дебафы? Или там такая штука, что на тебе висит дебаф, и тебе нужно в том же порядке убить. Как где-то было, забыла где, но где-то было. Скилл от трех сфер появляется дебаф, зависит от той сферы, которую ты убила. Первый. Так. О, тестеры еще пошли, тестеры. Да.
Так, этого мало убиваешь, появляется на пати баф. Хорошо. Баф. Не дебаф. Баф. И все. И все? О, вот так вот я делала сегодня, да. Прыгала и долбила его по жопе. Если понимаете, о чем я. Заебацу клан. Я там хочу тоже быть. Там еще бэд-батя еще тут есть. Вон, видите, бэд-дэд? Там хорошая пати. Я хочу туда. Походу, все тестеры от народа. А еще есть другие. Азер. Я вот рукой показываю, вы это не видите, но там было написано. Yuan of the Dead. Ха. Закри Хопкинс, Экзодус, который. Знаю я только одних Экзодусов. Крис Never Give Up Hope. Зак с никнеймом Big Boss 636. Блин, какие Бирсер. О, блин, это такой классный никнейм. Надо записать. Офигенный. Clockwork 322, понимаете? Кто-то из русских явно. Clockwork 322. You end up where you begin. The entropy was always within. You only needed to look therein. Допустим. One inch chicken. Пурсик, привет. Да, ты прям вовремя, мы смотрим титры. Максимально увлекательно, здесь такие никнеймы есть классные. Лучше знаете только какой? А вот. This world will fall to total melnarchy. Так вот, все равно лучший никнейм, который я видел в своей жизни, это пивасик like классик. Белиссимо. Просто в моем сердечке. Tony if the flesh flesher. What's my username? The Evil Omega. Jean-Claude Van Damme. Блин. Вот у людей работает головушка. Классно никнеймы придумывают. Ваха. Там есть Ваха. Зура, Жанайка, срада. Вот это хорошо сейчас было. Вот это прям вкусно. Хорош. Отсылочки на Гинтаму одобряю. I'm Hulk. No. Hulk. Павка. Ренни-бини. Девайс, вуф. 150 нулей, а.к.а. Шариф Си. Сиза! Там поехал в левой колонке. О, еще один клан, давай. Клан Kinda Funny Games, давай.
Brood Wars. Лорд Рези, Разиэль. Аспернатор. Визер, да, 70. Алиса, выключись. Ну, как хотите. Если бы она мне еще заруинила титр, вот это было бы просто вот это. Просто. Вообще в тему. О, еще один. Сиза! Зактастик. Вудимус Прайм. Names to shard for you. О! Клан Кэта Найн Тейлс. О, кейсы. Ига Ханта. I want sequel, huge DLC, чувак написал никнейм. О! Еще надпись поехала. No comment. Ты special thanks. А мне можно special thanks? Я игру прошла. Мне, пожалуйста. Особая благодарность Shovel Knight'у, кстати. Видите, вот Shovel Knight поехал наверх. Опять показываю, вы же не видите. Рен фонд. Ой, Epic Games, конечно же. В конце. Это... Thank you for playing. Пожалуйста. Yeah! Ачивка. Вот и все, есть ачивка. Вот. Есть. Режим звука, музыкальный проигрыватель. Живопи, спасибо. Так, НГ плюс мы не начинаем. Мы просто выбираем и начинаем. Продолжим своим сохранением. Там еще раз только титры перевернутые, да? После НГ плюс, небось, да? Они едут в обратном порядке. Так, шух. Да, карта теперь открыта. И я смогу... О! Тут значок теперь пропал. Но он теперь появился вот тут. На поезде? Мне надо на поезд? Ты прикинь. Так. Чай-бутики. Чай-бутики. Периф, чай-бутики. Мзяку вам оставлю. Мзяку. Чай-бутики. И... Пофармим. Чё это? Кушать хочу. Чай-бутики? Пойдем пофармим. То тут без 10-10. Думаю, день по часик посидим, пофармим. Залипаем, пообщаемся. И это. И будем закругляться. И там уже сориентируемся, что дальше играть. О, можем выбрать, во что дальше играть, кстати. Во, давайте. Мы сейчас чай-бутики. Попробуем босса открыть, который у нас не убит. Сходим, посмотрим, что за крокозябра там появилась на поезде. И выберем, во что играть. Значок на карте, не помню такого. Этот значок был в локации, где мы закупаемся.
Вот именно даже прям на экране, где мы закупаемся, но справа. Таким же значком корона показывается, которую бы купили за одну, один золотой. Сейчас, в общем, приду и это, разбираться будем.
Это было быстро. Как мне расположить, чтобы я таскала? Вот так. Так. Музыку можно выключить. Я же попутно буду таскать. Вот, Мася, смотри. У меня есть теперь корона творения. Я не знаю, когда она появилась, ее не видела. Я поняла, почему поезд показывает. Потому что мы на поезде до того едем. Где там пустая комната была? Вот это, по-моему, да? Вот это. Знаешь, быстрее всего будет использовать путевой камень. Иращай. О, у меня полностью не есть. Ущ. Я та. Пилим. Одного дюма на кого-то не хватает, походу, да. Угу. Ну да, 127-го. Сломал. Слышали, да? Так, с Аруфлоридов, с Зангетса ничего не падает. С Бао, с Доминики тоже. С Погибели Богачей, с Плотника. С Восьмибитных не уфармила. Демон Лорд. Лед. Братень Колесница, Смерть Гигант. Нету. Еще вот с этой женщиной. В общем, где-то в конце. Цвета. Это у нас получается библиотека. С книги тоже. А, это поезд DLC? Получается. Хотя нет, я могу корону творения, да? Давай посмотрим. Самым боссом, новым оружием. А бесплатно DLC? Да. С этой короной DLC связано. Но, кстати, появляется только после того, как ты побеждаешь Батхина. Платные? Погоди.
Понятно. Ну, кстати, думала, что у нас нету DLC. Давай-ка мы... Как отсюда выйти-то? Через все достижения, наверное, лучше будет. Саундтрек. Because backpack. Но вот это только если. Но это не то. Смотри стрим на стриме, когда стримишь. О, прикольная, кстати, бабочка. Мощная любимая бабушка оружие с ворды, практически боссом, но очень боссом Кодзи Гарри с собственной персоной. А. Ну-ка. Давайте-ка удостоверимся тогда. Вот так лучше центр сообщества. Чем? Боссы. Так, я его побил. А, тут нету. Часику. Ну-ка. Да, я его бил, оказывается. А я его не помню. Так, что мы хотим? Мы хотим в пустую комнату сходить, да? Так. Пара-па-па-па-па. Госохранимся здесь. Пятидесятый уровень. Ой, как-нибудь добьем, да? Кстати, у меня где-то прически лежат, которые я не забрала. Что интересно. А, там, наверное, по квесту дадут нам. Какому-нибудь. Так, вот эта комната, да? Так. Сейчас посмотрим.
Меня напрягает просто кристаллы на заднем плане, которые, когда перемещаюсь, они передают тип мое отражение и путают. Да, 100% карты. Так, давай сначала сама пойдем. Городская, делаем доспехи. Из кожи, кошачьи уши, огнестрел. Защита от грома. Корона из перьев, ну-ка. Перед храбрости. А, у меня же есть ленточка, это бабочкина. Нет. Блин, что это? Как она тупо смотрится. Ой-ой-ой. Давай не будем нас смотреть. Давай будем показывать только ее достоинство. Богачи Древней Египте. Чужие. Нет, может здесь где-то? Нет, не то. Так задумано. Наоборот, дальше показывает. Было бы забавно, если бы визоры показали бы врага, и нужно было бы его тыкнуть. Танцев за пределы возможного. Нет. Изменитель голоса. Тут тоже вряд ли талисман сработает. Огненные громовые, крит, скольжение, отход. Опыт, скорость движения. Маник. Кольцо игрока. Кольцо дает еще и удачу начинающим игрокам. Почему, правда, начинающим? Пим, 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 пим. Ш.
Шар волна, крыса, призрак, не топыр. Хе-хе. Посидим просто пока. Сюрикен. Пьемок, полтергейст, крутящий топор. Вау. Заодно потестим осколки. Ой, это тот огонь, от которого я не дамажусь. Тут сожгла. В общем, надо было пользоваться. Бесючая атака моя любимая, да? Тисрейф. Знаешь, следопыт. Вдруг мне прима за свое? Так, ну тут еще хорошая сиси есть. Ага. Да, скоритель вернем. Не, так не работает. Выходи. Диджи Сосисон. Да. Что еще может повлиять? Ну, я сейчас посмотрю. Может, реально придется на поезде ехать. Кто знает. Так, молот. Огненная пушка. Тут мало тратит. Андрей не бил же его. Истинные стрелы, смотри. Хоба! Мы все сюда уходит. Самонаводка. Как будто, знаете, как будто босс вот здесь. Что если просто постоять? Пускай мне она пригинется.
вообще он 127 показан. То есть мы его можем побить только после, скорее всего, только после убийства Ласта. Но мы с Ласта ничего не получаем. А, это шарф так встает. Я думаю, что это за прикол такой? Вызвать взрыв. Дай. От процента карты? Ходи! На всякий случай кольцо еще поставила. Заряд огня, крючок клинок, усыпляющее поле. Ходи! Прикольная штука, кстати. Ой. Но вдруг... Блин, это нужно было бы в левом сидеть. Угу. Что-то у меня уведомления так и летят, погодите. Где мне пишут-то? Сейчас. Лего открою. Ну не, телега у меня открыта. Что это за уведомление? Не, можешь. В принципе, мы же игру прошли. Мы просто ищем этого босса скрытого. Уведомление просто пипец. На телефон поступает. Но мне нужно его снимать для того, чтобы смотреть, что там. Давай, Мась, рассказывай. Разрешаю. И даже без бана. Или может мне вообще спам... Где-то в другом месте? Да нет. Карту тебе потом сюда вернуться. Давай. А может он мне книжки даст? Я что-то не подумала, что можно у него книжки попросить. Чего же не посмотрела это заранее? Так, хочешь книгу? Вроде нет. Не забыл возвращать. Да. Ща. Книги не дает. Писка, пиписка, козюль. Ой.
Тогда... Может, значит, книжку какую-то определенную взять. Сила интеллекта, сила сложения, разум, удачу. Давай это вернем. Вот это возьмем. Движение, направленные осколки какие-то усиливает. Пронаправлять ядом окаменение свету тьме грому. Огонь, лед. Но у меня, походу, пока нету книжки. Это особенно сент, он обязательно верни. А, ну я его еще взяла. Он как раз появился. Так, давайте сохранимся. Сейчас тогда мы его покорим полностью. Если вы понимаете, о чем я. Блин, надо было сначала поменять осколки. То я тут нахреначила их. И эквипмент. На что? На шляпу путника. Сейчас пересохранимся. Пока ранее. Ну. Кайся. О! Поехали. Покайся в грехе, ну. Ах ты, козёль. 52 хп, прикиньте. О, а теперь тут этот... Видите? Стой. О, да? Я предупреждал. То, что берешь в библиотеке, должна вернуться в библиотеку. Да я только взяла подносить, ты чё, я даже не успела прочитать. Ой. Заплачусь это задение. Тебе и смерти мало. Имбатл! Ё-моё, а чё ты так меня больно бьёшь? Чё, холодно, да? Ой, хорош! А! Вот это же уже референсы пошли. Если бы человек кричал «Заварду!» Токио Тумаре. Как должно быть. Козёль. Ох, ох, ох. Да ёпта. Вот так закончилось моё хп. Меня достало это сейчас. Спасибо. Ёб твою. О!
Ух ты, интересно какой, а? Ой, ничего нету. Не хватило маны. Так, сейчас тогда закупимся хилками. И попробуем что-нибудь другим дэмэджить. Водичка очень мало наношу. А, ну хотя я еще кольцо не эквипнула. Надо было кольцо эквипнуть. Тача играет во многих вещах, включая роль. Надо вот это вот колечко сменить. О! Итак. Иращай. Сейчас, погоди. Вы можете управлять персонажем, но... Это из разряда для того, чтобы... Победить босса, нужно уворачиваться и носить дамаг. Та-ра-та-та-ра-та-та-ра-та. Если только вот море пошло. Не то нажала. Маны нету. Вот это я сейчас его продамажила, хорошо. Ой. Ваншот был сейчас прям. Больно было. В меня все влетело. Я не успела похилиться. Не успела сообразить, что нужно похилиться. Сейчас, чисто ради кека, сейчас кое-что попробую. Мана закончилась, погодите.
козель. Ах, из жопы попал все-таки. Арбузер. Ай. Токио Томаре. Заваруду. Блин. Попал. Сюда подойди. Маны нету. Придется тыкать. Это получается нужно осколки перекинуть на катану. Эквипмент для попутника норм. Кольцо ходока. Ёп. Токио Томаре. Хорош, детка. Ёп. Вот это я попадаю, да? Да ё-моё, вот это интересная атака была сейчас. Второй раз, не? Рой! Ух ты, ё-моё, вот это я встала дважды, красиво. Угу. Ай-яй-яй. Чёрт! Ох, ё-моё. Попади ты уже. Не попал, ха-ха. Блин, вот этим попал.
У бабочки упали, кстати, видели? О, ничего себе, ты в мышку превращаешься. Новые атаки появились. Ага. Ёп. Тихо. Не бей. Ух ты, ты в собаку превращаешься? Какой долгий файт. О, косорукая. А, нету. Ах ты, ё-моё. Ядрить успела. Хорош. Обида. Так, обратно. Хорошо сейчас было. Ай-ё. Очень сильно раздамажилась. Не попади, не попади, не попади. Хорош. Да ёпта. Так тяжко-то. Мне ничего не осталось. Фак. Не повезло, не повезло. Сколько у него хп вообще? Офигеть.
Проблема в том, что у меня нету на восстановление маны ничего. Надо посмотреть в магазине сейчас загонять. Потому что очень тяжко без маны в файте с ним. Она, конечно, регенится. Но тем не менее. Опять закупаться. Добрая мисс пока отключилась. Проклятие, яд. Белиссимо, яд покупать. Синедуги. Так. Может, это напитки? Так, проверим. На всякий случай накопим. Пятьсот пирогов. Давай еще лимонадика. Вам кажется, что зря я это все сделала? Это будет прикольно. Надо кольцо теперь сменить. Потому что я нормально так сейчас охреначила. Так, если что, потом надеть кольцо ходока. Но сначала нужно через ожерелье. Ну, конечно. Погнали. Ой. Сейчас бы как раздамажилась. А еще самое то, можно было бы к нему зайти. Вот, Мары. Козел, конечно. Курай! Это за то, что я руку тянула, он раздамажил, он меня раздамажил. Не попал, не попал. Так, я хочу сразу проверить. Да. Лимонадики останавливают ману. Толкива Тумары. Давай.
Тихо. Живем. Ай. А, когда он этот Токио Тамаре использует, у меня просто минус вся мана. Хорош. Да не ссы, не ссы. Ты ёпта. Дай-ка... Я знала. В этом море. Похилимся. Чё ты меня ублюдком называешь? Чё за кисама? Пошёл в жопу. Ай, в шею прям. Испугался. Испугался. Ай-яй-яй. Живем-живем. Собака. Спасибо, братан. Машна, машна, да, чуваки? Ой. Фак. Так, давай-ка я еще. У меня еще лимонадик есть. Ждем. Толкивать море. Давай, Рудо. Ничего, что ты интересное дела делаешь.
Ой, братишка, ты такой хороший. Ох ты, козёл. Козёл. Так, давай, пока я снаряжу катану. Раз мы пока ждем. Ой, хорош. На жопу. Ой. Ать, хорош. Пипец, с него крови налетело. Ой, 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 ой. Дошло до меня, зараза. Да я же... О! О! Жижи. А что я с него за осколок упал? Испускает поле, остановлющее время. Заваруду! Так, а теперь я могу в библиотеку сходить, да? О, ты еще жив? Я же вампир, помнишь? Что это? Что это у него? Он это? Он теперь это? Как его? Варю? Или этот, как его? Боже, напомните мне. Эггман, во. Точно, прости. Наверное, ты хочешь, чтобы я вернула книгу? Нет, ты победила меня. А значит, теперь мной командуешь. Может, брать с полок все, что захочешь. Луиджи. Все, я квипнула. Может, брать с полок все, что захочешь. Я могу взять тебя, да? Так, ладушки, ребятушки, сейчас мы сохранимся и будем закругляться. Остальное я уже буду закрывать отдельно, вне стримов. Главное, что мы убили всех боссов, собрали всех демонов, открыли 100% карты. Реально быстрее бегаю даже под этим. Единственное, хочу посмотреть. Закроем все достижения. Да, мне осталась последняя скрытая ачивка, это открыть все достижения. И остальные там все осколки, список предметов.
Голда, кровь, 50 уровень. Придется гуглить. Возможно, возможно. Посмотрим. Докладушки. Ребятушки, будем за круглятушки. Всем большое спасибо, кто сегодня со мной сидел на стримчанском. Был рад всех вас увидеть. По поводу следующего стрима ждайте новости в группе ВКонтакте или в Телеграме, в которой приходят также новости. Подгружаемые отовсюду, где я только могла привязать. Так что ждайте, подумаю, во что дальше играть. Но в целом, see you next time, да. Это микс от чувака с никнеймом The Kiffness. На Spotify можно найти. Там с котиками у него много миксов. У него есть TikTok, если что, можешь его там еще найти. Вот. Всем спасибо, всем пока. А еще не пока, погодите, надо посмотреть, кто стримит. Кому мне вас перекинуть. Пра-па-па-ра-пам. А, к Диме давайте я вас перенаправлю. Так. Не прогноз, канал рейда. Вот он, Джаджмент сидела. Все, я тоже туда скоро перейду. Будем с вами на связи. Все дела. Дела все. Вот так вот. Всем что? Правильно, всем пока.